А кто здесь еще? Друзья, дядю с котиком занесло ни много ни мало на олимпийскую трассу, где проходят чемпионаты мира по биатлону. Всякие дядьки и тетки на лыжах катаются, которые идут к этому всю жизнь. Сейчас они, кстати, тренируются. Вот, возможно, проехал какой-нибудь будущий чемпион. Очень круто. Круто. А, уже летний стал проходит на роллерах. Тренируется. Вон прокат, лыжи. Это стрельбище у нас. АКМ, конечно, не дают. Но бодрячком. VIP прокат лыж. Sport School of Olympic Reserve. Видите, новые, получается, как это называется? Переходы, получается. Все новое, стружка вот еще лежит. Все готовится. Когда будет здесь это все проходить? В марте. В марте месяце. Круто. Круто. Ну а этапы Кубка мира, они каждый месяц. Вот в середине ноября будет, потом в декабре. В феврале, в конце января. Мне нравится, что сразу раз и лес, и прямо вообще. Смотрите, вспоминать, ой, вот здесь я стоял. Это искусственный снег? Искусственный. Я всегда думал, что это настоящий. Нифига себе, друзья. Камазами они. Это все. Это все искусственный снег. Вот смотри, вот это натуральный, он скользил. Ага. Ага. Ну, плюс 5 он не тает. Ну как ледышка просто по сути, да? Лед мелко покрошенный. Но. Круто. Это, блин, это вот это все они. Ё-моё. Вот это КАМАЗами все завозилось, сыпалось. Потом машина специальная такая едет, равняет все. Офигеть. На олимпийском на объекте. На подобной вот трассе. Но никогда не подумал, что это случится так случайно. Ага. Дядь с котиком никогда случайно ничего не случается. Мы его в рабство продадим. И будет он здесь вручную КАМАЗ разгружать со снегом. Шутка. Не вручную. Не вручную, да. Да. Круто, слушай. Это даже не знаю, какие-то Рика Гросс, во, едут, давайте мы сейчас их пульнем. Так, бери какой-нибудь камушек. А, винтовки нет, так что можно. Так, кто там у нас едет? Дева. Комментаторские кабинки. Вон. Это они там сидят? Yeah. Hello from Russia. I'm from Ханты-Мансийск. Blah blah blah. Today we will represent special for you Olympic game on the biathlon. Прикольно. Друзья, у меня не хватает объектива, чтобы всю эту красоту запечатлеть одним кадром. Это просто немыслимые высоты. Церковь, как называется, сейчас посмотрим. Но он и сейчас настолько белокаменный, что по размеру это прям, ну, кремлевский храм Христа Спасителя.
Обалдеть. Да я видел уже. Это просто капец какой-то. Я был в Греции совсем недавно. Знаешь, по сравнению даже с московским храмом, вот этот выполнен в каком-то вообще совсем другом стиле. Но настолько монументально и настолько высоко, плюс еще что стоит на горе. А там какая-то еще пирамида, да? Очень величественное здание. Да, да, да. Ребята, это целый комплекс. Теперь попытайтесь себе представить, как здесь красиво летом, потому что вот это все не завидую, не уже свидетельствую и так далее. И это все фонтаны. И эти фонтаны идут вот сюда. Это самая наивысшая точка в городе. Видите, какой простор с той стороны. Когда вы въезжаете в город, вы видите вот это все, залитое солнцем, огромнейших размеров. Просто, я бы даже сказал, это какой-то, ну, не знаю, очень производит впечатление. Да, впечатлил. Очень красивый город, на удивление, потому что, ну, как правило, людям свойственно думать, что чем севернее города и моложе, маленькие, тем они как бы скуднее. Нет, ребята, здесь все здания расположены далеко друг от друга. Здесь красивые виды. Маленькая такая Европа, здесь все красиво подсвечивается. И вот то, что за моей спиной, это, конечно, просто доставляет огромнейший респект, удовольствие. Я, если честно, в шоке. Да, святые. Равноапостольные Кирилл и Мефодий, учителя словенские, АБВГД. Это в честь них получается, да? Это получается. Так, ну что это такое? Вспомним алфавит. АБВГД, ЭЖ, С, З, И, И. К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, О, Ф, Х, Щ, Ц, Йота. Тут лямбда. Короче, тут много того, чего сейчас нынче нет. Я, если честно, полистаю, как это называется по-настоящему. Вот. Мягкий знак, твердый знак. Ю, И. Ох ты, а это что такое? Ой-ой-ой. Сколько чего у нас нету. Что за мамонты? Что за... По-моему, мамонты? После вот этого уже тяжело как-то удивить. Увидите. Нас все пугают мамонтом. Сейчас представь, да, это мамонты живы. Туда, кстати, больше людей ездит, нежели сюда. Это печально, это прискорбно. Хотя мы еще не видели, что там. Да. Там будет там мамонтенок. Такой ансамбль. Мамонтенок Йови. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. А не прелюбодействуй, там написано было, да, уже. Но только там было написано сверху, а это с торца. Угу. Ну и кради. Сюда нужно всех чиновников, да вообще всех, водить, чтобы они здесь проходили утром и шли на работу. Да. А что, вот сотрудник, для сотрудников прокуратуры, да, суда. Да, для суда. Да. Не завидуй это нам, когда мы будем видеть, на каких машинах они поедут.
работать. Да, да, да. Купаться запрещено. Угроза поражения электрическим током. Целый храмовый комплекс, посвященный, точнее как имени, сделанный в честь Кирилла и Мефодия. Вот. Сейчас снимем колокол, но я хочу прочитать, как правильно называется. Так. В честь воскресения Христоса, а не Кирилла и Мефодия. Нет, вознаменование 2000-летия от Рождества Христова. В 1999 году. В честь воскресения Христова, патриарх Московский. Но это в честь. А вообще, как бы, с Кириллом и Мефодием и там святым. Ну, короче, в общем, это просто красота. Вечер, знаешь, как красиво. Не, я представляю. Ну вот, мы приехали смотреть на мамонтов. Но нас обманули. Здесь помимо мамонтов есть бизоны, какие-то другие представители ледникового периода. Я вот вижу мохнатых носорогов, я вижу саблезубых тигров, я вижу медведей больших, бизонов, гризли, бобров. Начнем с бобров. Показывают, что нельзя кататься на мамонтах. Так, бобры. Здравствуйте. Здравствуйте, бобры. Они как бы полный рост. Такими они были. Не маленький такой бобер. Здорово, бобер. Бизоны. Носороги. Там вон медведи. Вот идет тоже уже где-то шапку с этого, с медведем. Что-то издалека смотришь, пошли поближе. Сейчас и поближе подойдем. Они в натуральную величину. Да. Типа бобры вот такие здоровые были. Да. Капец. Уж бобры так бобры. Но не увязочка. Люди не были такими большими, как там их сделали. Люди-то откуда? Смотри, они какие большие люди. Да? Еще меньше. Слушай, кстати, да, вон там люди-то стоят. Не обманули? Люди в размер человека, то есть... Угу, то есть можно сказать, что рядом... Рядом с вот таким вот буйволом я выглядел бы... Да я даже маленький, с маленьким бы бычком... Выглядел бы... Слушай, ну это вообще КамАЗ стоит. Жесть какая. Ребята, я мог бы свою руку засунуть ему в нос. Большой. А вот этим копытом он даст так, что мало не покажется. Вот маленький бычок. Ребята... Я и маленький бычок. Я, конечно, понимаю, что это как бы... Ну, это очень много. Вон волки. Жесть какая. Это точно? Ты что, яйцо чешешь? Постучал немного. По яйцу? Это примета, оно должно быть уже такое, знаешь, позолоченное. Евгений, надо здесь эту примету создать. Почешешь мамонтячье яйцо, и желание избудется. Ну вот, смотри, рога же чешут этим. Откуда на севере носороги? Мохнатые носороги были, что? Ну. Ну смотри, все трогают, и он это золотой. Потрогай, потрогай. Ну конечно. Раз все трогают, надо нам тоже потрогать. Да, да, да. Рога. It's crazy. Ребята, чтобы вы понимали, это действительно их размер. Потому что
как здесь написано, длина тела свыше 3,5 метров. Рост холки 170 сантиметров. То есть это мой рост. Друзья, это капец. А вот медведи. Такие милые медведи. Вот он на дыбы встал, потому что там такой тоже небольшой саблезубый тигр. Вот медвежонок размером с нынешнего медведя. Ну, как бы он не маленький. Ну, как же дядя с котиком не мог найти котика? Вот, вот. Ну, он худой, потому что... Как бы да. Как бы оп. Ну-ка, сфоткай меня. Ну, конечно. Ух. Кстати, ученые до сих пор задаются вопросом, почему нынешние животные не такие большие. Одна из... Чего? Ну, ладно. Одна из теорий говорит о том, что раньше было больше кислороду в атмосфере. И, соответственно, была другая сила притяжения. Из-за того, что была больше масса атмосферы. И животные были, в принципе, больше. Ну, я не знаю, я почему-то этой теории склонен верить. Хотя часто эту теорию озвучивают в программе «Очевидно, невероятное» какой-нибудь на РЕН-ТВ. Надо почитать. Расскажите мне, если кто-то знает. Да он небольшой, лосик. Вот лосик небольшой. Лосики сохранились почти такие же. Ну, рога больше, да. Вот, кстати, здесь они почему-то могли бы... Кажется, он женат. Он женат? У него проблемы с женой. Маленький. Слушай, ну... Ух! О, сейчас. Вот это, конечно, гора так гора. Где-нибудь в этой горе пару скелетиков-то еще лежит. Отвал тут периодически происходит, я смотрю. Вон дерево завалилось. Ух, вообще. Река Иртыш или нет? Вот уже подай. Ага. Да. Меня всегда вдохновляет вот эта штука. Она живая, она большая. Это просто что-то такое необъятное. Понятно, что когда-то эти животные здесь жили, но все-таки это было когда-то. И мы сейчас наблюдаем просто такие вот статуи, пускай в полный рост. Но они не маленькие, я вам скажу. Совсем не маленькие. Капец. Смотрите. Вот они. Это так, лепешечка. Жесть. Да уж. Тут один мамонтенок размером с королевского слона. Слышишь, Женя? Тут мамонтенок размером с нынешнего слона. Причем такого, не маленького, индийского какого-нибудь. Не знаю, есть слоны больше, чем он там еще. Я думаю, меньше. Слоны есть. Жесть вообще. Вот. Я жду ног взрослого, встанем у взрослого. Да ладно, и так. Да-да. Там написано, что нельзя. Ага. Ну, вообще, как бы, в принципе, между... Я думал, кстати, сколько, 5, получается, сколько, 5 метров, 7 метров? Я думаю, что этаж 3, 4, наверное. Обалдеть. Это его нашли, смотри, он ногу приподнял. Как бы, незначай. Говори, положите сюда что-нибудь, я наступлю и даже не замечу. Обалдеть. Представляешь, туша, их вот находят.
Обалдеть. Это когда-то было живое. Да. Это когда-то могло бегать, трубить. Могло бегать. Трубить. Вам волняет. Представь, сколько людей завалили. А их завалили. Ну, их изнуряли? Да можно, можно играть в прятки и в догонялки между их ногами. Вот, я под хвостом, под не под хвостом, под этим. Это рот. Под ртом, да. Под хобот. Ох. Не надо, еще сломаешь. Да. Там, наверное, и бананы большие были. А вон лошадки еще есть. А вот там волки. Волки. Он на нас смотрит и воет. Там стоянка людей. Люди тоже в наш рост. А вот там лошадки. Сейчас мы туда будем спускаться. Еще бы как-то им сделать здесь, чтобы можно было спускаться аккуратно. А то здесь дополнительный аттракцион называется «Смотри, не упади». Ничего случайно не бывает. Я много раз смотрел фотографии, инстаграмы своих знакомых, дальних знакомых, людей, которые фотографировались на фоне вот этих вот прелестей. И я еще раз вам повторяю, чтобы не было ни у кого никаких иллюзий. Нужно все видеть самому. Когда ты находишься просто, ладно, эти статуи, когда ты находишься рядом вот с этим вот, допустим, с этой горой, когда ты видишь этот масштаб, когда ты видишь церковь, когда ты видишь горы какие-нибудь, пускай это будет на западе, на востоке, на севере, на юге, это совсем другие ощущения, нежели ты смотришь это по телевизору. Это совсем по-другому. Путешествуйте, друзья. Путешествовать классно. Следуйте. Запоминайте. Открывайте для себя что-то новое. Пусть вам сопутствует во всем удача. Даже пришлось смотреть на лошадок. Так, а данный памятник называется Snatch. Типа своровали. Что-то здесь было. Того, чего здесь теперь нету. Может, это уголь для кальяна, древний. Поэтому они и вымерли. Да, они с помощью хоботов курили сразу. Но лошадки далеко не Пржевальского. Вот, а Ханты-Мансийск в этом году — это новогодняя столица России. Какие-то здесь массивные прям. Мохнатые, массивные, большие. Ну а что ты хочешь? В принципе... Нет, ну относительно размера тигрицы там, они в принципе такие же, как и должны быть. Потому что зебры они такие же по размеру, как и тигрица та. Волки. Да ты знаешь, ты... Ага. Не, ну волк с зеленкой. Победили во всей этой гонке вооружений вот те создания, которые жили в чумах. Это, то бишь, мы. Волки. И волчара. 300 тысяч лет назад. Появился около 300 тысяч лет назад и освоил пространство большей части территории Евразии и Северной Америки. Внешне древнее животное не отличалось от современного, но вес достигал 80 килограммов. Высота холки 80-100 сантиметров. Длина тела 160 сантиметров. Средняя продолжительность жизни 15-17 лет. Акела старенький сидит. Около 18 тысяч лет назад волк был одомашен, дав начало новому виду домашней собаки. Изменение климата, произошедшее около 10 тысяч лет, никак не сказалось на распространении численности волка. Он выбрал правильную. Он сказал: лучше я буду дружить. Единственный. Да, иначе меня съедят. Ну и волки тоже.
Но? Вот. Наши предки. Все равно большеваты. Да. Но они и были больше. Ну, как тебе сказать? Наоборот, они были меньше. Нет, они были меньше. Найди было у волка и ребенка. Они были меньше, не надо нам ля-ля. Даже средний рост при... Весь в шкуре. Нет, нет, они здесь преувеличены. Ты тоже? Я прикоснусь. Слегка. Ай-яй-яй-яй-яй. Что? Смотри, ребенок. Ребенок выглянул. Такой. Мы все там будем летать, говорит. Древо жизни. По поводу роста человека. В 812 году во время наполеоновских битв, сейчас при раскопках, находят солдат, взрослых людей, телосложения и мундиры, они по размеру сейчас подходят 16-летним мальчикам и так далее. Потому что средний рост я считался высоким человеком. Еще тогда. А это тем более не наполеоновские. Животные были больше, почему люди были меньше? Ну, не знаю. Немного нелогично, тебе кажется? Мишка. Может быть, но вроде как пока древние раскопки не находят гигантов, вот именно таких. А те, что говорят, умалчиваются, ну, как-то слишком, как-то неправдоподобно. Вот и солнышко выглянуло. Вот молодцы, понимаешь, вот я даже камеру включил, чтобы заново сказать. Вот город... Сколько ему лет? Больше Омска. Ну хорошо. Больше Омска. Но он сам по себе очень маленький. Но здесь умудрились сделать даже вот такой вот парк, который уже является достопримечательностью. Та церковь, которая меня просто поразила. Сюда можно реально делать туристическую программу и вести европейцев. Они откроют рот от того, что где-то вообще немысленно, вообще середина мира, на севере, находятся вот такие вот вещи, произведения искусства, потому что когда ты приезжаешь в Европу, тебе говорят, съездите, посмотрите, там тысячелетний кедр, там какой-нибудь, приезжаешь, думаешь, господи, да у нас там вот каждая третья вот эта лиственница, да, тебе расскажет того, чего тебе не расскажут там. И по факту, я, конечно, утрирую, но это очень достойно, это просто очень достойно. Вопрос, почему в более развитых современных городах не уделяют внимания вот таким вот туристическим местам? Сделайте, пускай люди приезжают и ходят туда как на аттракцион. Это же вообще отличный повод пригласить к себе людей, чтобы люди прям вот радовались. Мне очень бы хотелось, чтобы в Омске, у нас же тоже куча стоянок археологических, ну точно так же, у нас богатая история Омской области, сделайте. А вы знаете про знаменитые валы омские? Такие прям насыпи. Где, в Сидельниково или где? Ну, у нас просто по территории Омской области есть бывшие какие-то курганы, насыпи. Ну, тоже там вообще лохматого года. Никто не возрождает. Никто не возрождает, а они прямо сделаны. Там не меньше Китайской стены, то есть строение, насыпи... Круто. А зимой, когда снег ляжет, вообще... это вообще, наверное. Вообще. Огонь.